Всем привет! Я снова возобновляю свой видеоблог. Мы едем куда? Краков. Краков. А особенно в музей. Освечим. Это тот человек, который хотел очень сильно. Своего. Да. Мы, по идее, планировали в Закопане, но там сейчас делать нечего. Дала ужас по Атрхажох. И тем более там до места под названием Морское Око ездить очень долго. Короче, очень трудно. Алтауда, оказывается. Сол. Пожелайте нам удачи. И, кстати, мной Дима тоже мой оператор. Но сегодня, наверное, нет. Ну, куримс. Без... Наконец-таки льда Краковка с опозданием. Это было капец. 3 часа. Нет, не... Ну, почти 4. 2,5. Мы в 6 должны были. Вы только посмотрите на этот город. Чем-то мне напоминает Австрию. Хотя я там не была. Ладно. Thank you.
лицу. Еще такие старые дома сохранились. Так тепло. Про отдельный бар остров Сяхта-Барона и музей. И сам Аушвиц. Немного страшно. Здесь также живут люди. Мирно живут люди. Сегодня народу очень много. Вон там вон. По идее, можно было вот таким автобусом приехать. Но, увы, мы тормознули. Мы идем пешком. Как это полезно. Как эти, как их называют? Трудовые работяги, сяхта, концлагерь Юржетхан, по собственной воле. Сулванным карандаш она ищет к тебе. Капец. Окей. Для тех, кто не знает, мы приехали в музей Аушвиц. Концлагерь евреев. Для евреев. В бараке сектор карантина и другие бараки.
Это называется дорога смерти. По этой дороге красной люди шли на смерть. Вы видите тут бараки. В этих бараках сжигали людей заживо. Немного странно видеть людей, шагающих, идущих. Вот такую толпу странно видеть. Слава богу, люди идут просто смотреть музей, а не как в те времена. На разных языках. Это получается мемориал. Трупы людей, да. Угу. Ну, бывает же, типа, кто-то заболел. Или отсайд. Походу, на улика дым қалмаған дұрыс. Тек зданиялары болмаса. Печкалар. Печкалар. Хуже, чем курятник. Пиц. Жуаналарлардың даже не су. Тұратын жерлері бұндай емес. Умывание ног. Он ну, она тратнула, поэтому. Смысла нет эмоций. И снова Мак, и снова Веги. И снова KFC. Это моя, наверное, привычка. А где он? А. В Казахстане его нет, а тут в Европе есть. А, смотрите, что предлагают для веганов. Ну, впечатляет, да. Біздер қайтып баратырық. KFC-де примерно 2 или 3 сағат отырдық. Теперь едем домой. Точнее, біз поезд жаққа баратырық. Поезд бізде 7-де. Сначала жабқаға кіреміз. Біздер сидим в вокзале, в который касса не работает и информационный табло тоже. Только ресторан. Я взял моим брата.